have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Давайте еще раз сохранимся. Я думаю, у нас могли появиться новые опции диалогов. Сейчас я по-быстренькому проверю. Да-да-да, чувак, ты уже все, этот, морально тебя уже раздавили. Давай снова поговорим о жертвенности. Нет, это я пока что нет. Я пойду, потому что я еще с самой жертвой не говорил. И как ты медленно передвигаешься, Вася. С тобой можно что-то обсудить? Нет, у нас уже этот отъезженный товар. Повар, это у нас тот же повар, что и раньше, или это другой? Нет, это повар. Кстати, у нас в Ревошоле полагается говорить по-ревошольски, время национальной гордости. Говорить по-ревошольски? Приподнимает бровь. А не это твой... Ну-ну-ну, он же иностранец. Мы говорим на сюренском. Нет никого ревошольского языка, вздыхает он. Впрочем, ваш посыл все равно ясен. Повар продолжает курить, и пепел падает сквозь пальцы, ладони у него большие и чистые. Хорошо, что он не понял ни слова из той чуши, что вы сказали, заключает он. Чувак, мне нужно ту дверь открыть. Потрогать. Фишка в том, что тут даже нету ни одного триггера. Мне просто тупо нужен ключ. Ладно, я поговорил с пацаном. Что ты мне на это скажешь? Вы знаете, что Гэри спрятал броню, кстати? Нет, что вы, я понятия не имел. Он до сих пор на него... и до сих пор на него сердит, если честно. Это на него не похоже. Все мы не идеальны, но... неточность и неблагонадежность не в его духе. А, нечестность. Не знаю, что на него нашло, офицер. Спасибо, что не были с ним чересчур суровы. Он этого не забудет. Мы проследим. Чтобы он не забыл, да. Мы же теперь понимаем, что это наши коллеги. Почему мы не можем с ними поговорить? Ты с ним? Конечно, я с ним. Она будто удивляет собственному тону. Почему вы спрашиваете? Вы хорошая пара, привет, смотрите. Он мудак. Ты мудак. Пауза. Хотя, знаешь, может быть, мы оба мудаки. Ради бога, смотрит она на тебя, а потом на него, потом снова... Дайте не превращать очередную перепалку, ладно? У тебя синяя форма, у меня черная, что это значит? На секунду мешкает. Это значит, сэр, что я из патрульной службы. Сэр, это вообще к чему? Может, дело в том, что у тебя чин выше? Ты обратилась ко мне, сэр, почему? Ну, я явно совсем не в своей тарелке. Наверное, я... завали! Слова обращаются к тебе каждую секунду, что ты здесь стоишь, дело остывает. Ты из полиции? Я тоже. Клёво. Я не... Она смотрит. Я не знаю, что сказать. Ничего не говори, Джудит. Погодите-ка. Оп. Погоди. А он... Он из полиции? Типа, ну, вот так вот. Я... Нет, я просто мужчина в очках. Люблю носить темные очки в помещении. Очки и чертов парик! Так-так. А вы что, полицейские, тут делаете? Просто присматриваю за... Ни за кем, смотрит на нее мужчина. Я просто мужчина в очках, а ты... женщина с лошадиным лицом. Промолчать. Я просто хочу делать свою работу, вот и все, тихо говорит она и отводит глаза. От чего-то вас, мужчины в очках, от динамики ваших взаимоотношений ей некомфортно. Так с какого ты участка? С какого она лишь вздыхает, шипит сквозь зубы. Ладно. Полицейская волна. Так, хорошо. 58. Погоди. 58 это я могу вытащить. Кто-то странный в этом мужчине. Разобраться. Неудача. Погодите, ребят, так не годится. Успех.
Всего лишь после одной перезагрузки. Ты знаешь, в чем дело? Вы двое будто знакомы. Просто спроси. Скажи честно, ты меня откуда-то знаешь? О, я тебя определенно откуда-то знаю. Из другой жизни. Откуда? Из другой жизни? Да, из другой жизни. Не похожие. Может, из жизни полицейского, что работает в... Он умолкает. Как думаешь, в каком участке ты бы работал в альтернативном полностью вымышленной реальности? В 41-м. Так, так, мужчина, кажется, искренне рад. А вот это уже теплее. Наконец-то мы куда-то движемся. Он долго и многозначительно тебя смотрит, а затем добавляет в нужную сторону. Ты упомянул гипотетический 41-й участок. Давай поговорим о нем подробнее. Ах, гипотетически 41-й, да, давай о нем пофантазируем. Он агрессивно моргает. Я не занят, ты не занят. Давай подурачимся. В этой альтернативной вселенной какие между нами с тобой были отношения? Давай по безумству. Предположим, мы с тобой напарники. Как тебе такой вымышленный, как тебе такой мысленный эксперимент? Типа как сменщики, а что мы делаем? Я бы хотел, чтобы ты был... Извини, но ты, кажись, малость балласт. Я могу найти кого-то получше. Ким Клюви. Да. Уверен, он дофига польщен, но Ким не входит в этот мысленный эксперимент. В нем напарники мы. Лейтенант молчит. Ты типа как сменщики, а что мы делаем? Что мы делаем? Возбужденно восклицает он. В нашем мысленном эксперименте мы полицейские. Мы на полицейском участке. Мы там работаем вместе. Ну все, хватит, типа, тихо говорит она. А у тебя есть расследование? А кто еще в нашем воображаемом полицейском участке? Ты не поверишь, но он делает драматическую паузу. Полицейские! Спасибо, Кэп. Так точно, расследуем преступление, сажают злодеев, и ты только вообрази, не надираются к 2 часам дня. Банальные говнюки в костюмах и форме, по зрелищности и экстравагантности им не сравнится с тобой, блудным псом Лунга. А у тебя есть расследование? О, нет, 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 видишь ли, я люблю смотреть, как расследуют дела другие копы лучше меня, и следить за тобой было одним подлинным наслаждением. Так только хуже, говорит она, качая головой, неодобрительно глядя на мужчину в очках. Кто ты? Ну, блудный, это он про нас, это я понимаю. О, да, это же ты, наш эксцентричный гений, он саркастически тебе подмигивает, судя по новаторскому подходу к полицейскому делу, только ты и можешь быть. Не хочешь рассказать мне о нем или о ней побольше? Ни капельки. Это городская легенда, тихо говорит лейтенант. Да по офицере, который ушел под прикрытие так глубоко, что забыл, кто он такой. Повторю, городская легенда. Вы не блудный сын. Да ладно, ты понял шутку. На этом и хватит. Больше мне ничего не представляется. И мне, напарник, и мне. Надо права очков, вдруг мелькают серые глаза, в них видна печаль. Как же мы чувака подставили. Я понимаю, что он тоже не подарок, но... у меня к тебе пара вопросов. О чем? Ты не похож на копа, он осматривает тебя. Знаешь, на кого ты похож? На куль с дерьмом? На Гийома ле... Не знаю, ты мне скажи. Не знаю, он задумчиво стучит по лбу. На унылый куль с дерьмом, рядом с которым никто куда более компетентный. Он не ответил на твой вопрос. Теперь ты ответишь на мои вопросы? Нет, спокойно отвечает он, продолжая на тебя смотреть. Почему? Потому что это не моя работа, потому что... почему бы тебе не вернуться к своей и не раскрыть это чертово повешение? Ну-ка. Вот знаешь, нет, я не хочу услышать, как ты говоришь «всякое». Брось, Жан. Ладно, говори «всякое», тон его становится не таким напряженным. Хочу послушать, как ты говоришь «всякое». Слыхал? Он хочет, чтобы ты говорил «всякое». Что «всякое»? Ты знаешь? Говори.
Внезапно из ниоткуда у тебя в голове вспыхивает мысль, связанная с делом. Оказывается, мужчину застрелили и повесили. Думаешь, его повесили, чтобы прикрыть реальную причину смерти? В сущности, да. Ладно, ну, он поправляет свой светлый парик. То есть, волосы. Поправляет волосы. Бля, почему я тебе это говорю? Не знаю, почему. Он странно тебя смотрит. Тебе будто примерещилось, что это было бы хорошей интеллектуальной разминкой, а могло бы чем-то к чему-то привести. Как будто привычка. Странно. О, господи, это не все. Он, кажется, не может поверить. Ты еще что-то хочешь? Чего? Мужчина, так. Так, известно, кто его повесил? Пока нет. А, но заметно. Почему я тебе это говорю? Не знаю, почему он странно тебя смотрит. Так, хорошо. Так, ладно, про этого мужика в очках и его гипотетический 41 участок странно было, нет? Вот, да, очень, ну, пожалуй, странновато, нет, это был социально нормальный акт коммуникации. Ну, пожалуй, странновато. Мы тут что-то упускаем, но что, не ясно. Знаешь, а спроси его, понимаю, прозвучит безумно и над тобой наверняка обсмеется, но все же, но все-таки спроси. Но все-таки, я о том же думал, надо просто спросить его, не из одного ли мы с ним участка. Да, просто чтобы отбросить все гипотезы, хоть это вряд ли верно, я думаю, что это как раз верная гипотеза. Слушай, я просто обязан спросить, мы не с одного полицейского участка? Скажу-ка я, нет, просто чтобы посмотреть на твою реакцию, что ответишь? Так, ладно? Жан, он сказал, ладно, успокойся. Ладно, я явно ошибся. Он пожарный, медбрат, сотрудник. Он не пожарный, не медбрат и не сотрудник. Мы с тобой с одного полицейского участка или нет? Оставь ее в покое, твою за ногу огрызается. Мужчина в очках, держи свою гребаную грибанину при себе и хоть раз поведи себя профессионально, чтоб тебя... Я могу вам все-таки чем-то помочь? Она смотрит на тебя с извиняющимся видом. Да, конечно, чушь какая. То есть, помнил бы, если бы служил вместе, правда? Томми Леом, зачем мне сейчас это сказали? Ладно. Спойте караоке. Кстати, про караоке. То, что надо, твое место здесь. А можно как-то об оплате постоя на сегодня? Пока нет. Я увидел в танцах кое-что еще, и я хочу поговорить о другом. В части есть таинственная... Ага. Ладно, тогда забудь. Хорошо. С тобой мы пока ничего не добьемся. Они же явно из моего участка. Но почему-то у нас пока не вылазит подобная информация. Хорошо. Постучать. Кто там? Отвечает женский голос из двери и звучит приглушенно. Усталый, выверенный. Полиция, мы хотели бы войти. Поднимайтесь, не заперто, кричит она, прибавляет, сушу волосы. Голос доносит откуда-то сверху, прежде чем подняться, можно пошарудить тут по углам. То есть это и будет вход на крышу, черт, я его столько искал, все было гораздо проще. Расчет стоимости пребывания в отель, похоже, она остановилась здесь ненадолго. Горы грязной одежды, одежда женская. Пфф, кто бы мог подумать. Номер оплачен примерно на 4 месяца. Так-то это дофига. Отсюда виден двор внизу. Трупа там больше нет. Чему несказанно рад. Посмотреть на зубную. Так, аптечный шкафчик набит доверху. Упаковки таблеток лежат горами. Еще там стоит зубная щетка. Ну-ка, щетку. Использованная многократно. Таблетки. Множество разных средств, блистеры и флаконы с разными лекарствами, аспирин, парацетамол, глазные капли, солидная коллекция. Так, изучить
изучить флаконы. Когда ты залезаешь в шкафчик рукой, флаконы стучат как кости. Парацетамол, гистаперидол, что-то подписанное на неизвестном иностранном языке. За ними назальный спрей необычной формы. Этикетка накра. Или накра. Накра. Раньше им купировали передозировку полезно иметь под руку опиоидами. Опиоидный антагонист. Любопытно, его используют при передозировке диаморфином. Лейтенант кивает и смотрит на дверь. Блистеры. С электрохимией неплохо. Промеж красных импортных то ли мессийских, то ли готвальских блистеров ты находишь... А что, собственно, тут без названия никуда. Так, погодите, солидное... что-нибудь примечательное, тихо спрашивает он. Закрыть шкафчик. F5. 83 это очень хороший шанс, я думаю, что прокатит. Спасибо. Ярко-оранжевая баночка с принтом... Приптид ярко-солнечными буквами. Джекпот, детка, это то, что искал. Ладошки твои начинают потеть от одного только соприкосновения с упаковкой. Ха. Грудь твоя раздувается от гордости. Гляди, сделан у нас в Ревашоле, организация Сен-Батист. Ревашольская фармакетическая компания с прекрасными традициями. Чем так примечательно оранжевая... Так, погоди, закрыть шкафчик. F5. Чем так примечательна оранжевая баночка? Чувак, это спиды, ровно то, чего ты искал. Эту штуку называют дексамфетамином. Про всякие психологические отклонения говорят, но перед тобой научно доработанные спиды. Лейтенант, я также вижу некий приптид. Приптид это эвфемистическое название медицинского амфетамина, рецептурные спиды. Взять тайно. Погодите. Я ему рассказал. Если бы не рассказал, у меня шансы были гораздо выше. Так? Нормально. Баночка бесшумно падает тебе в ладонь, а потом, когда ты оборачиваешься, в карман. Получен предмет приптид. А как ловко, все прекрасно, время выжимать педаль в пол, ты снова станешь суперстычком, Гарри, просто закинь таблеточку, закрыть. Я не собираюсь их принимать. Моторика, психика, но минус боевой дух. Нет, применять я их точно не буду. То есть я их сейчас стырил не для того, чтобы применить, а для того, чтобы сработал триггер. Это, наверное, глупо. Хорошо. Возможно, их смогу продать или обменять потом на что-то. Я не знаю, посмотрим. Надеюсь, что я смогу их хорошенько продать. Кровать заправлена в спешке. Прозрачное окно. Внутри на оконном стекле не видно ни царапины, чего не скажешь о соседском окне. Свет настольной лампы отражается от стекла чистым золотистым нимбом. Прости пальцем поверхность стекла. Гладкая, как лед. Снаружи видны пятна грязи и капли дождя, даже разводы. Однако изнутри поверхность стекла чистая, ни мелких царапин, ни сколов. Глядя на тебя, лейтенант тоже наклоняется поближе, чтобы рассмотреть поверхность стекла. Стекло недавно заменили. Да, похоже на то. Он поправляет очки. А это, видимо, важно. Это, видимо, важно. Погодите, это очень важно, иначе бы оно не было настолько выделено. Запах сигаретного дыма Астра с ментолом. Холодный кофе и пепельница похожи на ежа из большого количества окурков. Гость высушенных белых цветов. Координация. Когда смотришь на цветы, порыв ветра подхватывает их с крыши и поднимает в воздух.
Получилось. Тебе удалось схватить один единственный белый цветок, остальные уносит ветер. Это ландыш. Девушка бросает беглый взгляд на ландыш, у тебя в руке затягивается. Мисс танцовщица Аранская. Лейтенант коротко и одобрительно кивает. Стрельнуть в него из пальца пистолетом, стрельнуть в девушку из пальца... Не стрелять! У меня же пальцы пистолеты, погоди! Твои 9-миллиметровые полуавтоматические пальцы пистолета издают приятный щелчок. Странно, калибр небольшой, а звук такой солидный. Цветок у тебя в руке впечатлен. Ким тоже. Ха-ха! Надо было, наверное, впечатлять девушку. Ну ладно. Это не совсем не так. Лейтенант смотрит на восточную дверь и не особо их замечает. Взаимодействовать с... А? Шесть рассыпающихся стекол лежат в твоей ладони. Они белые формой напоминают колокольчик. Что это, Ким? Это островалийская лилия. Лейтенант поправляет очки. Во время революции ее называли майским колокольчиком или слезами Люсиль. Девушки прикалывали эти цветы к одежде солдат, отправляющихся в бой. Это весенний цветок, но для него еще рановато, не так ли? И кто их прикалывал? Какая сторона? Этот цветок расцветает ранней весной? Он случайно оказался на крыше? Может, да, может, нет. Лейтенант что-то записывает в своем блокноте. Ну-ка, насчет ранней весны. Да, но не настолько рано, насколько мне известно. Он осматривает цветок. Выглядит, будто его засушили, чтобы сохранить. Кто прикалывал? Революционеры. Коммунары, анархисты, белый был их цветом, но эта традиция берет свое начало в армии сюзерена, так что для людей короля он тоже имел значение. Это имело отношение скорее к мальчикам и девочкам, чем к сторонам. Девочки отправляли мальчиков на смерть и умирали сами. Среди руин от дизентерии и туберкулеза. Это символ гражданской войны. Понятно. На ощупь лепестки сухие и хрупкие. В канале под мостом течет вода. Темная вода. Ты похлопываешь себя по бокам, чтобы согреться, но тщетно. Подуть на пальцы. Этот канал течет издалека, от дельты Мартинеза. По нему бежали источные воды шелкопредельных фабрик Джемрока. И во время войны плыли мертвые тела. Морщинистые пальцы старика сминают лепестки и высыпают их в поток, будто белую соль. Спросить у игрока в Пентака ландышах. О, а это интересно. Стоп, ты заметил, что на площади ветераны войны играют в шары? Стоит спросить его о цветах. Да, согласен. А что вот это за дверь? Грубая сила рискована. Небольшая тяжелая дверь, замка на ней не видно. Куда она ведет? Не знаю, лейтенант Ефрейтор. Он что-то записывает. Тоже не первая запертая дверь, и в этом здании есть еще и таинственная синяя дверь на кухне. Думаешь, это важно? Не знаю. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше мне кажется, что это здание имеет отношение к делу. Конечно, имеет. Внизу под твоим весом скрипит и стонет гостиница. Она же кафетерий. И его костяк из составных опор и балок. Топнуть по крыше. Глухой удар. Где-то внутри от неощутимого движения здания дрожит ветровая связь. Вигиланты, труп и... Он кивает в сторону женщины. Некоторые личности, связанные с делом, находятся либо в самом здании, либо рядом с ним. Эта дверь – часть здания. Она не может быть не важна. Так может, а дверь внизу – это действительно микроследование? Процента всего лишь 15 нужно грубой силы. Нет, но это по-прежнему мини-расследование. Делает вид, что записывает что-то в блокнот. Толкнуть. Дверь заперта внутри на засов. Ты слышишь, как он гремит. Дверь, похоже, тяжелая и очень прочная. Наверное, внутри что-то ценное, раз его так берегут. Дверь действительно очень прочная. У меня нет столько грубой силы. Погодите, что мне может еще дать грубые силы? Давайте я посмотрю одежду.
техника. Электротехника. Майка даст мне грубую силу. Сумрак. Сумрак. Электрохимия, логика. Еще одна майка, которая даст мне грубую силу. Трепет, полицейская волна. Внутренняя империя, логика. Электрохимия. Минус 2 грубой силы. Кстати, болевой порог. О, у меня есть туфли на эмпатию. У меня есть туфли на эмпатию. Ха. Я забыл об этом. Плюс 2 драмы, стойкость. Логика, авторитет. Сумрак, драма. То есть, если я одену майку на... Минуточку, а броня не дает мне грубую силу? Она дает мне болевой порог. Если я одену грубую силу, какой у меня будет шанс? Да, никакого. Бонус от мысли еще и минус 1 к тому же. 3% это чудовищно мало. Хорошо, F5. Мне кажется, это очень важно, но что с этим делать, я пока не уверен. Добро пожаловать на крышу. В одной руке у женщины сигарета, в другой чашка кофе. Волосы еще влажные после душа. Под серебристым комбинезоном скрывается молодое спортивное тело. Высокое, стройное. Прошу прощения за беспорядок внизу. Уборщица не появлялась уже несколько дней. Интересно, придет ли она вообще. Отличный вид у вас тут открывается. Да, мне бы услуги не помешали. Отличный вид. И теперь он стал намного лучше, и взгляд устремляется на север во двор. Ну, когда мы тело сняли, конечно. Туда, где раньше висел труп, который было отлично видно с крыши, больше не висит. Я благодарен вам за то, правда, спасибо. Уборщица, говорите, мне тоже она нужна. Ну, конечно, о номере один по всему отелю ходят легенды. Говорят, там открылся портал в ад. Да. Да. Кстати, почему-то меня только сейчас осенило. У нас же там была бабка, которая стирала. И у нас есть куртка, которую надо постирать. Не сходится? Надо будет поговорить с ней. Диско Инфернум. Там присутствуют вихри темной энергии. Они ведут не в ад. Куда-то еще. В место, которое сильно отличается от внешнего мира. Куда-то еще? Интересно. Она делает глоток кофе. Возможно, поэтому уборщица уволилась. Меня зовут Ким Кицураги. Вступает в разговор лейтенант. Я детектив 57-го участка. Полагаю, вы уже знакомы с моим коллегой из 41-го. Еще бы. Это же самый ярый фанат Ostentatious Orchestrations, которые я когда-либо встречала, а я видела нескольких. О, да, добавляет она. Все хуже жизнь, но ты держись. Припев сингла 35-го года, оглушительный рупор всего человечества навевает на тебя настроение «Да, горе оно все конем», под действием которого хорошо выйти на утреннюю прогулку, сбивая старушек на своем пути. Жизнь уже и так хуже некуда, но я держусь. Как думаете, сколько мы еще продержимся под давлением этих ухудшений? Мне с каждым днем все лучше и лучше, я ведь полицейский. Я нашел кое-что еще более мрачное для следующего выступления. Выхватить из-за пазухи кассету с песней про крошку церковь. Это же она, песня про грустную крошку церковь. Как же я по ней скучала. Нет, правда, скучала. Скучали? Почему? Видите ли, детектив, в этой песне мир показан таким, какой он есть. Тоскливым. Это не просто слова. О тоске этой женщины известно не понаслышке. Что у нас? Мы подходим к следующему уровню, хорошо. Мы расследуем убийство того человека внизу. Он смотрит вниз во двор. Те, кто повесили его там, попросили нас поговорить с вами.
А, понятно. Она меланхолично затягивает свои сигареты с ментолом. О чем она может сейчас думать? Сложно сказать. Плечи расслаблены, взгляд прикован к сигарете. Она как будто разочарована, что не нашлось повеселее темы для разговора. Неплохо. Неплохой у вас номер. Нам сообщили, что вас изнасиловали. Что это за полевой цветок? Она рассматривает высушенные лепестки, лежащие на твоей ладони, а затем касается одной из них ногтем. Длинный и острый, словно кинжал. Белый лак облезает. Лепесток крошится при первом же прикосновении. Красивый, похоже на высушенный ландыш. Это то, что вы поймали в стиле самбо? Что он здесь делал? Что делал этот цветок на крыше? Не знаю, детектив. Может, ветром принесло? Ну, неплохой у вас номер. Делюкс. Что вы делаете? Вы собрали неплохую коллекцию лекарств? Куда ведет эта дверь? Стекло совсем новое. Что вы? Стекло в этом окне совсем новое. Так и есть. Она немного сдвигается влево, чтобы увидеть свое отражение в стекле. Куда ведет эта дверь? Понятия не имею, детектив. Она спокойно смотрит на дверь. А что вы делаете в танцах? Зимую. Как давно вы здесь живете? Она считает, около 4 месяцев. Приехала в ноябре. Оставленные внизу счета это подтверждают. Почему именно здесь? Здесь, в танцах, в Мартинезе или... здесь, в танцах, в Мартинезе или в Ривашоле? В Ривашоле. Я всегда хотела посмотреть, как выглядит единственный в мире город в самое ужасное время года. У меня туристический интерес. Это не единственная причина, по которой она здесь, но она это и не скрывает. Так. Зимую. Давайте. Почему именно здесь, в Мартинезе? Говорят, именно здесь собираются вышедшие в тираж фанаты диска. Хороший намек на нас. Вы пришли в правильное место, услышали. Вы слишком молоды, чтобы называться вышедший в тираж. Она же не про себя. Нет, тут также модно. Ну-ка. А я и не фанатка. Ну да. Еще узнаем про здесь в танцах. Потому что это самое фанковое здание в Мартинезе. И потому что все прочие здания разбомбили. Мне все-таки интересно узнать до конца. Австралийская Изоля. Приехала посмотреть на новый свет. Пожимает она плечами. У меня туристический интерес. Это не единственная причина, по которой она это не скрывала. Не то чтобы она... А что стало с новым старым светом? Со старым новым? Вот так вот. Со старым. Конференц-центры. Много конференц-центров. Вы собрали неплохую коллекцию лекарств, которые отпускаются только по рецепту. Спасибо. Чтобы ее собрать, пришлось потратить много времени и приложить серьезные усилия, отвечает она без тени иронии. Технические законы Ревашель не запрещают хранить наркотики, но ты все равно должен сделать ей выговор. Как вам удалось скопить так много? С помощью денег она затягивается. Мне, конечно, еще далековато до сокровищницы антизвезды, которую я надеюсь рано или поздно собрать, но я на верном пути. Антизвезда является или являлся весперской звездой рок-н-ролла, имевшей пристрастие к наркотикам. Он употреблял их в таком огромном количестве, что в конечном итоге трансформировался в труп. Ну, блин, да, помер. Есть накра. Похоже, среди прочего, в вашей коллекции есть... Ну-ка, накра. Может пригодиться на тот случай, если принять слишком много опиоидов.
С вами сейчас такое случается? Он говорит это без всякой угрозы. Ему действительно любопытно. А осторожность лишней не бывает. Она затягивает сигареты и улыбается. Потому что, среди прочего, есть пептид. О, да! Одно из моих любимых лекарств. Он от множества недугов, например. Например, от неспособности провести 36 часов без сна. Она задумывается от плохого настроения, от подобных недугов. По сути, это лишь зеркальная молекула амфетамина. Я себе немного отсыпал для личного употребления. Тогда у меня все. Хорошо, перейти к другим вопросам. Ладно. Ха. Так. Я хотел бы еще раз поговорить о вашем номере, но нет, не хотел бы. Спасибо. Назовите свое имя для протокола. Классье Аманду. То же имя, что назвал тебе Тит, как и ее акцент. Кажется, аранский. Ее родимое пятно тоже говорит об аранском происхождении. Неизвестно почему, но аранские девушки часто усыпаны ими, словно веснушками. Вы из Арании? Так точно. Фредфорд, Республика Арания. Полагаю, меня можно назвать аранской экспаткой. Что, блин? Ладно. А разве на татуировке... О, повешенного была не аранская карта морских путей. Мысль начинает формулироваться у тебя в голове, но потом уходит. Нужно подумать об этом позже. Не-не-не-не-нет. Все правильно, погодите. Что такое Арания? Дурное воспоминание, детектив. Республика Аран, демократическая страна, расположенная на Изоле Мунди, к северу отсюда, за морем и серостью. Это одно из шести государств Акцидента, принимающих участие в затянувшейся оккупации Ривашоля, коалиции. Люди считают эту страну разумной сверхдержавой. Разумной? Они могут сделать вас своей экономической колонией, отобрать ваши придуманные ресурсы. Природные ресурсы, присвоить патенты и акции, но они не будут угрожать в любой момент стереть вас с лица земли, когда делает Ривашель на пике своего могущества. Дурное воспоминание о чем? О сирене и молниях. Она прищуривается, словно надеясь увидеть их вдали. О парках, стекле, дюрале. Фредфорд, город конференции. Там всегда осень и ночь. По крайней мере для меня. Что в этом такого дурного? Ничего, когда меня там нет. Хорошо. Сколько вам лет? 28. Она затягивает сигаретой. Чем вы занимаетесь, кто вы по профессии? Всякими глупостями. И какими же? Аранской литрой. Аранской литрой? Аранская литература. Это то, чему мы учили... То, чему меня учили в университете. Она поднимает брови. О чем пишут аранские писатели? О страхе неудачи, страхе смерти, о том, как фигово быть аранцем. Об этом пишут все писатели, различия только в национальности. А как насчет ривашельской литературы? Иногда люди рассказывают, раскрываются, когда беседуют о таких вещах. И ривашельские тоже? О нет, похоже, она рада этому вопросу. Ривашельская литература про то, как величествен и серьезен Ривашель, о том, как тебе предстоит спасти весь мир. Да, я действительно чувствую необходимость спасти этот мир, полагаю, именно поэтому я занят этим делом. Давайте поговорим. Ну-ка. Это естественное состояние ревашольского героя. Она смакуя вдыхает ментоловый дым, а затем выдыхает его. Вдыхает, потом выдыхает. Аранская литра, а что именно вы с ней делаете? Да ничего, ничего с ней не делаю. Чем же это зарабатываете на жизнь? Деньги, это очень важно. Круто, она смотрит на черную купюру у тебя в руках. Я просто... Есть. Это принесло мне больше денег, чем аранская литра. Или литра. И кем же вам приходилось бывать? Да, много кем. Инструктором по катанию на роликах, секретарем. Мисс Арании 37. Она улыбается. Мисс Арания, а вот это с этого момента поподробней. Поподробнее, а это не будет неподобающим.
Будет, очень. А теперь расспроси ее поподробнее об этом. Что это? Это конкурс красоты, который проходил 37-й год нашего века в Арании. Ей тогда было 14. Что такое конкурс красоты? Соревнования, оно затягивается для глупых девочек. Мужчины смотрят на них и выбирают самую красивую. Что такое красота? Когда у тебя меньше всего отклонений от нормы. Говорят, я отношусь к таким заурядным людям. Так вы были самой красивой? Так вы были глупой и заурядной? Нет, она вытягивает шею. Я была самой глупой и заурядной. И за это мне дали корону и ленту. И скипетр. А еще стипендию на изучение аранской литры. Было 14. Именно так. Подняй большой палец вверх, отпусти большой палец вниз. Я порицаю. Кажется, мне никогда не было 14. Кажется, я еще не слышал ничего настолько не связанного с расследованием. Спасибо, Ким. Ай, просто вернул нас на землю. Да ладно вам, детектив, вы слишком строги к нему. Это все стресс от тяжелой работы. Можно взглянуть на ваш паспорт? Боюсь, что нет, детектив. А почему? Потому что я его запечатала его в полиэтиленовый пакет и спрятала в одном секретном месте на побережье вместе с деньгами и авиабилетами. Спасибо за честный ответ, но зачем вы это сделали? Так написано в брошюрах для туристов, путешествующих по западному побережью. Не держи при себе документы. Ха, кстати. Что по закону имею право потребовать, чтобы показать. Откуда мне знать, что вы назвали свое настоящее имя? Если бы я хотел вас обмануть, я бы придумал какое-нибудь более распространенное имя, чем Классье Аманду. Это странное имя. Мессир, мне кажется, устаю не лгут. Хорошо, спасибо, драма. Ладненько, она наливает себе еще кофе. Если этот разговор и заставил ее нервничать, этого совершенно незаметно. Ни по выражению лица, ни по движениям. Ладно, спасибо. Для протокола звучит так официально. Так, нам сообщили, что вас изнасиловали. А мне кажется, что раннее утро не очень подходит для таких серьезных тем, как изнасилование. Вообще-то сейчас 15:27. Вообще-то уже день. Правда? Она прищуривается, озирается высоко в небе, светит весеннее солнце, внизу ходят люди. Действительно, день. Она смотрит свой кофе, как время летит. Так подвергались? Она медлит. Будем считать, что не подвергалась. Не хочу говорить про него всякие гадости. Про него. Она имеет в виду про жертву. Скажите им, что я не такая. Если они хотят более весомых обвинений, им придется найти кого-нибудь более... Пытается подобрать слова. Не находит и пожимает плечами. Подходящего на роль жертвы насилия. Она имеет в виду парней Тита. Хотите сказать, вас попросили сказать нам, что вы стали жертвой насилия? Напрямую меня никто не просил, но я поняла, чего они от меня хотят. Подумаешь, немного подлить масло в огонь, добавить что-нибудь про насилие, желательно сексуальное. Разумеется, последнее добавило бы пикантности. Тит попросил приукрасить рассказ, уверен, что никто не насиловал. Чем же вы с жертвой занимались? Что можете про него рассказать? Имя, цвет волос, возраст... За что же они повесили, если он не насильник? Откуда у него в голове взялась пуля? Чем вы с жертвой занимались? Мы отжигали. Погодите-ка, отжигали, где-то это уже слышал. Праздник, что ли, устроили? Как в день рождения? Каким образом показать на свое опухшее лицо? Типа, как я? А, при всем уважении, я думаю, что мы отжигали пожестче. Жестче, чем вот так, ты продолжаешь показывать свое лицо, не думал, что это физически возможно. О, еще как возможно, она долго затягивается. Вы все же еще живы. Кстати, это чертовски хороший подкол. Он-то уже все. Чем вы занимались, когда отжигали? Мы пили, она отхлебывает кофе из чашки много, не одну неделю. Так уж мы друг друга действовали. Заставляли напиваться еще сильнее, и этим он мне нравился. Что еще? Стимуляторы. Спиды тоже оказывают свое воздействие, заставляют напиваться сильнее. Чем больше напиваешься, тем больше хочется спидов. То есть еще... То еще сочетание. Еще был секс.
Ну-ка. Полагаю, можно и так сказать. В какой-то мере любовники, такое эмоциональное слово, можно... Но между нами что-то было. После такого-то количества наркотиков... Как вы познакомились? Спрашивает лейтенант тихим и спокойным голосом. Внизу. Он постукивает по она постукивает по крышке своим 10-сантиметровым каблуком в баре. Он был на каком-то задании. Военный, как вы уже, наверное, знаете, с такими крутыми и страшными шрамами. Когда это было? Месяц назад? Около того. Хм. Что вы можете про него рассказать? Расспросите об убитом. Ха. А, простите, я не могу об этом говорить, произносит она, затягивая сигареты. Не сейчас, может позже. Я постоянно вижу его, как сейчас, цвет волос и прочие подобные вопросы. Я пока не могу об этом. Она снова затягивается еще более нервно. Понимаю, это тяжело, можем вернуться к этому вопросу позже. Хорошо. Должно быть, вам было тяжело видеть его таким. О, да, горько отвечает она. Вид просто чудесный. Я вижу его с крыши. Из окна ванной, во снах. Она с горечью соглашается. Ей больно. Ты смотришь на лейтенанта. Он делает небольшой шаг, чтобы подойти поближе. Это вы нам позвонили в РГМ? Да. Мы узнали, кто позвонил. В яблочко. Знак, о котором сообщили о повешенном. Это были вы. Это я звонила, кивает она. И я буду благодарна, если вы сохраните это в тайне. В Мартинезе такие, как я, называются стукачами. Мы гарантируем конфиденциальность любого сообщения о преступлении в Ривашоле. Скажите, если за такое могут назвать стукачом, почему вы это сделали? Заниш попытался изменить свой голос. Я бы не сказала, что пыталась изменить его, просто приглушила микрофон и добавила немного помех в телефонной линии, чикнула провода. Чикнула? Кусачками для ногтей и добавила радиошума через линию без напряжения. Погоди, значит, это ты обрезала телефонный кабель? Черт. То есть она и есть тот таинственный хулиган, что обрезал Гарту телефонную линию. Заодно повредили телефонную линию внизу. Серьезно? Она смотрит на свой кофе. Черт, я не хотела, я понятия не имела, что делаю. А вот и очередной кусочек головоломки. Хорошо, молодец. Я люблю, когда все становится на свои места. Спасибо, логика, я тебя очень ценю. Однако она умно придумала, так просто и элегантно пустила, спутала провода. Похоже, похоже, вы все-таки знали, что делать. Очень находчиво. Спасибо. Она выглядывает, выдавливает из себя улыбку. Она сейчас как мелкая девчушка, которую ты хвалишь за мастерски починенный велосипед. Но зачем все эти сложности? Не знаю, это было глупо и еще была пьяна. Возможно, я боялась, что профсоюз прослушает линию. Местные говорят, они ведут прослушку. Спасибо, что позвонили. Вы правильно поступили. Я не хотела. Но пришлось, иначе они бы еще... Он бы все еще висел там. За что они его повесили, если он не насильник? Он имел какое-то отношение к забастовке. К той, что началась еще, когда я приехала. Не то время, не то место, она задумывается. Но вам, вероятно, об этом уже все известно. А его роль в этой забастовке? В чем она заключалась? Полагаю, он был кем-то вроде охраны. Он бывший военный, работал на Wild Pines против профсоюза. Мы мало говорили о делах, если вы понимаете, о чем я. Но я знала, что у него опасная работа. И за это они его повесили? Она кивает. Откуда у него в голове взялась пуля? Пуля? В воздухе повисает тишина. Ее брови ползут вверх и... болезненно хмурится. Они что, его еще и застрелили? Мессир, не чувствую я театрального притворства, считаю искренне ту тишину. Они сорвали с него одежду, а потом еще и пристрелили его. Хотите сказать, это сделали после того, как повесили? Простите, я не понимаю. Я тоже. Вы знали о том, что в него еще и стреляли? Это не укладывается у меня в голове. Еще же вроде... Его же вроде повесили. Меня в тот момент там не было. Я не знаю, что произошло. Я знаю лишь, что они рассказали. И то, что сказала... И то, что сказала Сильви, барменша. Так ты уже...
Так, ты уже тоже начинаешь терять нить происходящего, и нам это не нравится. Где бы она ни была в прошлое воскресенье? Где она была в прошлое? Где вы были? Тряслась от страха внизу с Сильвией. Как вы познакомились с парнями Тита? Они часто здесь бывают, внизу. Она разглядывает пол под ногами промасленный. У них есть отдельный зал для членов профсоюза. Возможно, они сейчас там. Так вы и познакомились? За бокальчиком. Это была длинная и скучная зима. Вы зажигали вместе? Ну да, было дело. Так же, как с погибшим? Нет, не так жестко. Простите, что спрашиваю об этом, но вы вступили в физическую связь с кем-нибудь из парней Харди? Вступала. С которым из них? С которыми? Я точно не помню. Ну, с Титом, само собой, но, как я уже говорила, зима была долгой. А уверен, что вас никто не насиловал? На 89%. То есть вы не до конца уверены? Ну, вы же знаете, как это бывает. Знаешь. Знаешь? Вообще-то нет, не знаю. Она легонько стряхивает пепел. Может, и не знаете. Пепел падает на одежду, она смахивает его. На серебристой чешуе комбинезона множество дырочек, прожженных горячим пеплом. Вблизи хорошо видно. Чтобы подвести итог, будем считать, что я со средней степенью уверенности склоняюсь к тому, что меня не насиловали. Это очень серьезно, мне нужно официально заявить. Похоже, с вами что-то произошло, но вы отказываетесь это признавать. Детектив, позвольте пояснить ситуацию. Меня никто не насиловал. Она наклоняет голову на бок. Если бы это случилось, думаете, я была бы такой беспечной, как сейчас? Кстати, да. В этом есть логика. Тит попросил вас приукрасить рассказ для нас. Типа того, он сжимает чашку в ладонях. Греет руки. Должно быть, она очень замерзла и устала от жизни. Спасибо, что поделились с нами всей этой информацией. Из рта вырывается серебристое облачко. Выдох облегчения, усталости. В воздухе на крыше ощущается влага. Поговорите с жертвой. Офицер, вы хотите отправиться вниз прямо сейчас? Лейтенант смотрит на тебя. Возможно, мы здесь еще что-нибудь. Возможно, здесь еще не все обсудили. У меня есть еще один вопрос, пока мы здесь маленький. Сила воли. 58, кстати, неплохо. Давайте поговорим подробнее о называемом домогательстве. Его не было. Так, вернемся к этому чуть позже, завершить беседу. Погодите. F5. О чем ты хочешь? Кажется, нам есть что обсудить с так называемыми парнями Харди, тихо говорит он. Их логика только что наполовину вылетела в трубу. Думаешь, после этого они более охотно пойдут на сотрудничество? Уважение к РГМ им это не прибавит, однако сорвет тот спектакль, что они для нас приготовили. Мы только что стали на шаг ближе к истине, какой бы она ни была. Ее решение не поддерживать придуманную им историю явно не входило в их планы. Почему она вообще нам это рассказала? А что еще ей оставалось делать? Врать? Она видела, что ее ложь не останется незамеченной. Не уверен, что ей нужно было врать. Я бы все равно не понял, говорит ли она правду. Если бы вы не познали ложь, это сделал бы я. Мудрый ход с ее стороны. Кажется, она говорит искренне. Вы так думаете? Тень пробегает по его лицу. Говорит искренне, лучший способ обмана. Сделать вид, что говоришь откровенно, добавить парочку фактов. Все это отвлекает внимание от вещей, которые хочется умолчать. Возможно, она пытается контролировать ход нашего расследования. Как бы то ни было, мы должны продолжить его. Подозреваю, собранные показания довольно скоро снова приведут нас сюда. Ты логичен, как никогда, дружище. Погоди, у нас там есть триггер на 58. Я хотел бы его взять. Хорошо, детектив, кивает она в знак приветствия. Отличный день для вопросов. Спокойный взгляд, светло-карий глаз возвращается к тебе. Она смотрит куда-то внутрь тебя, внутрь твоей черепной коробки. Из накрашенных губ вырывается струйка дыма. Эта женщина прекрасна. У меня плохие новости. Что? Ты вообще знаешь этих ребят? Кого, меня? Тебя, тебя, речь о тебе, скучнейший из скучнейших.
И о тебе тоже. Как обо мне? Но в чем моя вина? Я лишь актер, паяц. Они себя дискредитировали, попались в ее сети, спели с ней. Все их подсказочки, на которые ты опираешься, им нельзя больше доверять. Я знал, что что-то здесь не так. Прости, что не засек этого раньше. Это потребует целенаправленного усилия с твоей стороны. Погодите. Если хорошо, что узнали от класси, попробуйте и потребуйте ответов. Значит ли это, что она врала мне, что она задумала? Я уже довольно долго разговариваю сам с собой. Вернемся. Как это произошло? Да как всегда, тихо и незаметно. И что мне делать? Ничего, тут же ничего не поделаешь. Ты такой, какой есть, и она такая, какая есть. Чему быть того не миновать? Ты можешь сделать так, чтобы она снова стала чтобы они снова стали нормальными? Нет. Тогда какой в этом смысл? Лучше знать, что тебя водят вокруг пальца, чем быть обвинен вокруг пальца, не зная этого. Ты так не думаешь? И кто конкретно облажался? Нет возможности это выяснить. Боюсь, пока что лучше считать, что все. Чушь собачья, я не облажался. Ну да, особенно вот этот тип, он уж точно облажался сильнее всех. Слушай, да иди ты нафиг, я всего лишь хочу затянуться этой сладенькой ментоловой сигареткой. Да? Быстро, скажи ему, скажи мне, что у нее все под комбинезоном. Слава, правда, мягкость, защити ее, она тебя хочет. Фига себе, не надо. Значит ли, что она врала мне? Да. В то время как наш уважаемый паяц пел дифирамбы ее честности. И была ли она девой премудрой и честной? В его защиту можно сказать только одно, чтобы так его ослепить, ей, по всей видимости, пришлось чаще прибегать к полуправде, чем откровенной лжи. То, о чем мы говорили, да, так и есть. А еще не договаривать. А этому товарищу я мог доверять? Чуть-чуть. Все они сейчас работают в полсилы, интерпретируя происходящее по мере возможности. Может, добавляют тебе какого-то особого шарма или типа того, откуда мне знать. Я-то шарма точно не добавляю. Но как только доходит до оценки характера или физической точности, им нельзя доверять. Не в разговоре с ней. Смогу ли я хоть снова одному из них довериться? Ой, давай без этого пафоса. Конечно же, можешь доверять, только не в разговоре с мисс танцовщицей Аранской. Что она задумала? Ты не можешь сделать вывод. Тот, кто обычно их делает, говорит... Возможно, она хочет контролировать процесс получения тобой информации, чтобы не попасть в круг подозреваемых. Возможно, она пытается убежать от прошлого, которое не связано с нашим делом. Вряд ли она делает из чистого коварства. Вот видишь? Как все до странного размыто. Этот тоже попал на крючок. Я уже довольно долго разговариваю сам с собой, вернуться к делу. Не переживай, прошло всего лишь 4-5 секунд, не страшно. Вы мной манипулируете? Ты нарушил тишину. Женщина выдыхает облачко дыма и произносит. Божечки, нет, конечно. Yes. Нет, конечно, в смысле да. Так, с этого момента мы начинаем копить очки навыков, наверное. Я думаю, да. Нужно, чтобы у нас было 2-3 поинта... Просто на всякий случай. У нас тут грубая сила. Шанс 3%, блин. Хорошо. Значит, мы можем прижать парней Тита. Эта штука нам на самом деле очень много чего... Вторник, понедельник. У нас куча всего раскрытого. Так. Кто сложил одежду в мусорку? Завершено.
Смотрите, сколько у нас завершенных заданий. Просто очуметь. С понедельника, со вторника, со среды. Даже с четверга чуть-чуть есть. И при этом активных еще больше. Расспросите Классье об убитом. Сказал, что не может сейчас о нем говорить, но вам нужны конкретные данные. Рост расположен, чтобы та-та-та-та-та. Поговорить с ней позже, когда она придет в себя. Когда это позже? Ладно. На площади старики. Кстати, да. Я думаю, что Тит, конечно, это хорошо, но нам нужны старики, нам нужно узнать про колокольчик. Это вообще не важно, но, по-моему, это важно. Как бы глупо это ни звучало. Также нам нужны деньги, пожалуй, для того, чтобы купить настольные игры. И у нас, если я правильно помню, на обе игры сейчас не хватит. Погодите, что там с моей комнатой? Получается, вот эта вот комнатушка, это комната нашего напарника, когда он остается. Так, а если я возьму лом? Я не могу туда попасть. Что с этим чертовым магнитофоном и почему он не активен? Вот что меня интересует. Так. Предметы. У меня же есть катушка, правильно? Давайте я дверь пока закрою. Как спеть чертов караоке? Из всех возможных проблем меня сейчас волнует только то, как спеть чертов караоке. Ладно, мы с этим тоже разберемся. С нашими напарниками мы поговорили. Так, а ты, дружище, с тобой что-то появилось новое, Гард? Нет. Дверь. Причем, а со второй двери у нас появился, ну, какой-то диалог, грубо говоря, после того, как есть первая дверь. Нет. Чертовы двери. Ладно, с Титом мы поговорим позже. Сейчас, я думаю, что нам нужно будет поговорить со стариками. Немножечко окунуться еще в историю Ривашоля. Потом поговорим с Титом. Потом нужно будет вернуться все-таки и опросить ее. Ай, черт, ладно. По крайней мере, все начало складываться. Я этим доволен. Пока что на этом все. Будем заканчивать серию. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.